Итак, прам-пам-пам-пам-пам-пам. Сегодня мы играем наконец-то в Hello Neighbor. Это бета-версия этой игры. Заранее, ребята, поставьте лайк под этим видео и, пожалуйста, подпишитесь на канал. Потому что я старался, я все здесь переделал. И теперь у меня камера в другой стране. В общем, ладно, сейчас не об этом. Так, значит, мы опять гоняемся за соседушкой, да, нашим. Что у нас есть? У нас есть ключ. Это все то же, что и было. У меня звук что-то не работает. Так что я не знаю. Я не знаю, почему. Главное, что не работает! Нет, это надо перезайти. Давайте перезайдем. Может, тогда уже будет звук работать. Потому что вряд ли вообще почему-то это все будет... Блин, я не знаю, почему так получилось. Ладно. Давайте сейчас попробуем. Сейчас у меня перезагрузится игра. Все, она перезагрузилась, я думаю. Там 5 секунд, наверное, хватило. И мы уже услышали нашего соседа. Так, все, звуки есть. Надеюсь, у меня там ничего с моей видео не случилось. Нет, ничего не случилось. Ребят, в общем, ладно. Так, я поправляю камеру. Чтобы вам было четче меня видно. Потому что, нет, немного не так. Давайте я как-нибудь вот так вот настрою, чтобы как-нибудь она была нормально. И мы уже начинаем играть. Значит, что мы делаем? Так. Мы идем к соседушке. Так, что у нас есть? У нас ни хрена нету, наверное. И мы не знаем, что делать вообще. Так, соседушка у нас здесь ходит. Если не ошибаюсь, нам надо что сделать? Нам надо взять какой-нибудь мусор и кинуть его в соседа. У нас заболел сразу. За секунду. Так, а интересно, что находится за картой? И можно ли туда вообще пробежать? Да, сюда-то мы пробежали, это круто, да. Все-таки что, хоть что-то сделали. Так, сюда мы дальше не можем, да. Тут у нас стена невидимая. Так. Интересно, а что здесь можно еще сделать? Здесь наши стекла. Так, сюда. Интересно, дорогу мы можем выбежать вообще? Можем. Так. Все, дальше нам запретили ходить. Ну ладно. Раньше мы брали, садились сюда. И хопа! И мы уже там. Вряд ли, наверное, сейчас это получится, но... Вдруг получится. Получится или нет? Напишите в комментариях сейчас, получится ли у меня или нет. Прямо сейчас сверните видосик и посмотрите. Так. Так, нет. Нет. Так. Ладно. Окей. Значит, что мы делаем? Так. Нет, не получилось, но зато мы можем сделать вот так вот. Блин. Это, конечно, не очень даже круто. Ну ладно. Пофиг как-то. Так. Почему мы перезагрузились? Соседушка. Ты где? Ёб твою мать. Не ожидал. Сейчас пойдем посмотрим, куда он там идет. Так. Он пошел туда. Пойдем посмотрим за ним. Спрыгнул как-то. Оттуда что ли? Тихо. Тихо. Он нас увидит. Тихо.
Так, тогда мы побежали сразу туда. Так. Надеюсь, мы там с ним не встретимся. Нафига я это делал? Блин. Это штука. Но. Ну ладно. Она закрыта. Да ладно. Так. Вряд ли мы по нему заберемся. Только шум нам будет создавать. Но. Давайте тогда попробуем. Ну вдруг. Так. Так. Откройся. Не долетаю, видать. До этой штуки. Так. Так. Где-то там рядом ходит. Я не понимаю, где он ходит. Давай же чуть-чуть. Больше коробок нету. Заглядим. Что там такого? Мы видим там комнату. И да, я выкинул в нее эту штуку. Да? Нам никак теперь не забрать ее. Потому что вряд ли она нам пригодится. Ну ладно. Так, у нас теперь нет этой штуки. Ладно. Обидно. Обидно, ведь мы не можем теперь ее взять. Или можем. Хоть бы нам наша эта конструкция не разломалась по пути туда. Во. Так. Я ее просто не достану, я и так закинул, то что вообще капец. Так. Это что такое? Я, короче, я не знаю. Давайте пойдем вниз. Тогда. Блин, да что ж такое? Почему я даже туда не могу попасть? Давай. Давай. Я хочу спрыгнуть туда. Ты что, игра? О. Ты где? Все, попёр он за мной. Ну! Так, все. Соседушка, покажись. Он же сюда должен подойти, да? Он же должен сюда подойти? Я думаю, что да. Надеюсь, если я вылезу, если не встречусь. Блин. Чуть-чуть. Он там камеру поставил, кстати, ребят. Так что надо брать коробку. Блин, зря я магнит выкинул, блин, капец. Зря я его выкинул, ну ладно. Неважно. Что там он делает? Помните, как он в двери залагал? Чего там выбивает-то?
Тихо. Твою мать. Ебать. Все. Или нашел меня? Нашел! Ах ты тварь. Не спрячешься от тебя. Ладно, зато у нас капканы есть. Хоть я не знаю, зачем они нужны. Но магнит-то точно зачем-то был нужен. Это точно, ребята. У нас то у нас есть капканы. И их, походу, становится все меньше и меньше с каждым разом. Видимо, он у нас их забирает. Ну, ладно. Надеюсь, у него больше здесь нет ничего. Ворона это пипец какая-то, игрушечная. Ладно. Может, у нас что-то есть? Такое интересненькое. Нет? Капканы. Мы можем уже самого соседа здесь пытаться закрыть. Так. Давайте попробуем забрать у соседа что-нибудь. Тогда. Я не знаю, что. Тихо, он смотрит за нами. В машине, значит, что у него ничего нету, да? Такая переломанная такая машина. Так, что у него находится там? Там же должно что-то находиться. Зачем ты на меня смотришь, соседушка? Давайте заберем у него, блин. Ха! Я у тебя стырил клей, все. Тебе он не нужен, я у него. Я у себя его спрячу, он мне нужнее. Так, нет, не сюда. Так. Блин. Ну ладно. Пусть будет два. Холодильники, что у меня? Так, ладно. Часы. Может, по часами что-то? Наклейка. Может, там у нас что-то есть? Нет? Как вы думаете? А это что? Там такое есть. Ну здесь-то понятно. Здесь как-то плита должна включаться. С раковиной непонятно, почему такие огромные предметы вообще. Что даже в кран могу заклинуть. Это как-то непропорционально. Так. А интересно, на сосед наш... Может вот так вот полить с помощью этого шкафа или нет? Так. Это штука. Так, это мы закрываем. Здесь у нас вроде ничего такого интересного нету. Так, столик. Чашка. Телек. Телек, пульт должен быть. Потому что от пульта от телека может... Так. Здесь у нас пульта нет. Так, это вот тут нету. Убежали. А как он нас запалил? Не понял. О, выпрыгнул. Молодец вообще. Супермен, блин. Или кто он там? Кто там из закон выпрыгивал постоянно? В этих супергероях или кто там? Сейчас вспомню. Не Супермен. Там, например, когда его вызвали... Нет, не Бэтмен. Не знаю. Кто-то из них. Как его вызвали, сразу он выпрыгивал из окна. Потом уже в костюме своем. Еще один капкан. Еще должен быть один, нет? Ну, понятно. Пуленепробиваемое стекло. Или просто какая-то хрень. А тот дом соседский, интересно. Тут соседушка меня, наверное, не достанет. Но я надеюсь. Это все-таки не его уже собственность, но все-таки я не знаю. Вдруг что? Хоть бы он оставлял предмет каким-нибудь, не знаю, пасхалкой. Например, к чему-нибудь. Яблоки, например. Желтые раскидывался. Так.
Бежим, бежим, бежим. Я еле успел. На! Забирай. Это твое. Мне нужен был только капкан. Я решил это коллекцию капканов сделать. Решил их везде запихать. А правда, давайте все стырим у соседушки. Я так уже в одной из версий делал, но давайте я повторю. Так. Вообще молодец. Паркурчик. Он, короче, со второго этажа спрыгнул. Спрыгнул на забор. И с забора уже спрыгнул сюда. Ёб твою мать. Я думал, ты ушел. По делам своим. Что ты здесь делаешь-то? Займись делом, сосед. Это странная коробка, конечно. Интересно, ее можно вообще закрывать, нет? Нельзя? Вообще, по сюжету, по идее, у нас главный герой продал дом соседу, и он как бы ему продает этот дом. Но у соседа что-то идет не так. Блядь, ёб твою мать, он как будто за мной уже. Ау, почти, почти. Так, ладно. Кстати, давайте эту коробку мы перенесем куда-нибудь сюда. Думаю, здесь он... Блин, что такое? Текстурки. Стоп, как? Надеюсь, мне это чем-то пригодилось. Прохождение. Ёб твою мать, меня заболели. Надо бы обыскать его комнату. Да. Полезет под кровать, я думаю. Я думаю, он не полезет под кровать. Так. Секундочку. Блин, подождите. Ща. Секунду. Мне просто здесь в скайпе звонят. Я тут занят. Так. Ладно. Здесь у нас сюда ушел. Яблоко, яблоко. Фонарик. Печка. Так. Так, давайте пока что под кровать залезем, потому что мне тут кто-то все звонит по скайпу, я не понимаю кто. Так. Окей. Как он меня спалил? Ах ты тварь. Он побежал? Интересно. А. Понятно. Так, где наш сосед-то? Кстати, ребят, у него тоже есть картина, и может под картинами что-то скрывается. Но это не точно. Нет. Давайте это все пока что домой к себе закинем. Давай же! Так. И на этом, наверное, наша часть сегодняшняя закончится. Потому что я, наверное, буду сейчас занят. Все. Пока что мы половину сделали дело. Потом проверим все остальное.
Все. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Лубас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.